На Марсе нашли следы жизни. Ученые НАСА заявили об обнаружении следов жизни. Рентген марсохода Curiosity обнаружил в некоторых частях Марса повышенное содержание цинка и германия. В районе кратера Гейла этих элементов в 10, а иногда и в 100 раз больше, чем на остальной поверхности Марса, пишут дни. Эти вещества – доказательство высокой гидротермальной активности, которая когда-то протекала на планете. Так считают авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Geophysical Research Planets. Они уверены, что схожесть химического состава с земными аналогами доказывает существование жизни на Марсе. На Земле такие скопления веществ встречаются в экстремальных гидротермальных источниках и являются благоприятной средой для жизни простейших организмов. Ученые считают, что похожие примитивные существа, микробы и бактерии когда-то давно могли обитать в кратере Гейла. Возраст огромного кратера диаметром 150 километров, приблизительно 3-5 миллиардов лет. В прошлом самые глубокие части Гейла были заполнены водой. В центре кратера возвышается гора Шарп, высотой 5-5 километров. Неподалеку от Гейла 6 августа 2012 года приземлился марсоход Curiosity. NASA отправила его на Марс по программе Mars Science Laboratory. С тех пор робот поставляет на Землю сведения о Красной планете. Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли скрытое водохранилище на Марсе. SpaceX начнет полеты на Марс уже осенью. По материалам сайта news.com.